Хорошо путешествовать с мужем, потому что муж берет весь багаж на себя. Вон, я шарик вижу. Вот этот шарик, это Давид и Эстер. Вы только смотрите на это. Подожди, свет. Мы сейчас пришли кушать тако, и тако – это единственное место, куда ты должен прийти, когда ты пришел в Калифорнию. Спасибо. Тако – это здесь, можно сказать, калифорнийское блюдо. Come on! Yo! Yo! Ты готов кушать тако? Сейчас, it's okay. Ребята, давайте без шуток, честно, это немножко слишком сильно, это слишком жестко для меня, ведущего, честно говоря. Пуська? Бро, давайте потом, давайте напрямую выйдем, потом. Пуська. Почему? Сам, мне сейчас трудно так сильно громко музыки, вы отвлекаете меня. Бан! Я вас целости и сохранности зато довезу. Подожди. Классного видео. Вообще-то могли сейчас, пока стоим, могли вот бы... Вот именно, мы могли... А ты просто взял и выключил. Вы все испортили, вот что. Нет, ты взял и выключил. Во-первых, вы все испортили. Нужно сделать все люди как люди, но я суперзвезда. Мы приехали на океан. Йоу! Everybody catch and dance, man. Got me on my bully-o. I'ma run up with that top on. I'ma run up, go dumb on. Got me on that young bit. Got me on that go dumb bit. И такая фура такая. Вот Зак Галифианакис. Вон гора Голливуд. Да, входим. Сегодня мы пробуем In-N-Out. Йоу-йоу. Лудя. Слушай, а салфеток нет, да? Нормально, мы как-то без макияжа. Перед океаном нельзя. Нет, нет, стоп. Я в макияже.
Вот настолько у нас зашкварные шуточки. $44. Ребята, мы приехали в Лагуна Бич. Смотрите, как вообще классный, красивый городок. Вообще, в Лос-Анджелесе для меня мало красивых мест. И тут реально вот красиво. Зай, покажи, как надпись. Иди сюда. Покажи. Как показать? Рукой? Да, вот, правее руку. Правее? Да, чуть выше. Вот так? Да, идеально. Скажи, типа ты держишь его. Что? Типа ты держишь Голливуд, да? Скажи, ой, как ровно держишь, зайка. Ровно? Да, зай. Ура! Держишь Ура! Голливуд. Ура! Еще покажи, как держишь. Чуть выше. Идеально.